Здравствуйте, уважаемые друзья, уважаемые жители города Ульяновска и области. Действительно, сейчас сложилась такая ситуация в стране, когда есть большая заболеваемость коронавирусом, это особенно касается крупных городов. В Ульяновске сейчас ситуация благополучная, и наша с вами задача сделать, чтобы эта ситуация не изменилась. Помимо этого, хочу напомнить, что кроме вирусных инфекций существует еще достаточно высокий процент заболеваемости внебольничными пневмониями. Это тоже заболевание относится к разряду вызываемых воздушно-капельным путем, бактерии, вирусы. И поэтому разобщение коллективов всегда нам играет на пользу. Для детей, когда устраиваются школьные карантины в эпидемию гриппа, мы сразу видим спад заболеваемости. И сейчас, когда губернатор подписал вот эти вот выходные, следующую неделю сделать выходными, это не выходные как таковые, это не возможность куда-то съездить и отдохнуть, а это действительно карантинные мероприятия, которые позволят снизить заболеваемость не только ОРВИ, но и пневмониями, и целым спектром обострений бронхолегочной патологии. Это и хронические бронхиты, и хроническая обструктивная болезнь легких, и масса других хронических заболеваний, которые тоже обостряются на фоне вирусных инфекций. Поэтому, пожалуйста, сократите посещение всех общественных мест, позаботьтесь о своих детях, чтобы они не посещали эти общественные места, не ездили массово в общественном транспорте, а оставались дома, гуляли там, где небольшое скопление людей, проведите с ними время, позанимайтесь. И также не забудьте о своих пожилых родственниках. Будьте здоровы!